делаем канале Жора ТВ, где мы снимаем с Мимиком. И сейчас, да, Мимика? А где Ксюша, вы спросите? А я вот, привет, друзья. Блин, слушай, ты же Ксюша, ты сам на видео, хватит уже. Мне же тоже интересно. Ну, я с тобой. Ладно, посмотри, только тихо. Ну что, меня ребята уже все знают, да, ребята? Ну, все, подписывайтесь на всех, если не надо. А, это вы поможете, чтобы подписаться? Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на места. О! Вы посмотрите, сколько денег у нас! Мимика! Мимика, давай! Мимика! Ну чего опять? Слушай, пошли мыться. Просто весь выпуск и нахуй делала. Знаю. Ну, друзья, вообще. Так, слушай, хватит уже. Мне достало. Ребята-то писали, как тебя там стоять не назвали. Как? Тебя назвать? Друзья, как они там понимают? А, вон он. Кусачка. Угу. Поднял же вам Ирина. Не любила, да? Так, блин, есть что, что я вам тебе скажу? Пишите во двор как-то. Яблочки, класс. Вот все. Еще посмотрим, давай. Так, знаете, ну что такое, а? Что ты бывался? А что надо было? Да, надо. О, третий уровень, видите, друзья. И третий уровень, смотри. Это у нас такой маленький. Так, я вообще понятно. Мимика, Мимика, Мимика! Смотрите, сто. И я, ну прикол, да? Наелась, да? И хорошо. Так, ну давай сюда, я все просто. Я на хвост, ну я называю бутылочку. Что новое, да, получается? Вау, какая книжка. Да, мы с вами, ну, все сделаем. Ладно, давай, Мимика, тебе обустроим дом. Вот так, я не знаю. Мимика, где у тебя упачкаться? Мимика. Ой, Мимика! Ну что, Мимика? Что помогла бы? Я тебе вообще-то дом хочу сделать. Просто еще. Ну, кстати, на вот эту комнату пройти с вами. Пойдем, да? А это что такое? Ну как тут искусственно, да, типа? Скажите, ну, буду жить в таком доме. Ну как тут так уже? А давайте пока диванчик спустим. А только подушек не было. Чего? Не надо, не надо. Это хлебка. Пинка. Давай, 12. А она еще не может? Вау! Покупаем. Давайте тогда, знаете что? Давайте тогда еще оп! Давайте вот такой пока. Давайте такой пока. Давайте вот тогда мы... А, так, я люблю. Так, вот что было.
Так, Мика, а кстати, что ты там задержишь? Мне интересно. Давайте я присмотрю. О, Мика, давайте Сережку купим. Я же вам просила рекламу. Николай, вторая снимает видео. Рыбёл, рыбёл. Давайте я одеваю. Номер. Слушайте, что ты для девчонок делаешь? Понятно, да, так. Она у нас здесь. Что делать? Давайте с телефонами купим. Давайте с телефоном. Там с телефоном. Хочу! Я такая, ура, хочу! Эй, так вот, вау! Вот для мальчика купим. Ну давайте для мальчика купим. Вот такое вот. Мама, ничего. Ничего, что ты походишь на меня в такой деревне. Ну ладно, я вам с вами постараюсь палки не заработать. Я просто на роботах такой некрасивый же. Все, нет слов. Я тебе, знаешь, черномоходы будут перехватывать. Ой, не надо, давайте не стоим. Давайте такое. Конечно. Так, клюм. Да, так, ладно, давай, я знаю, в ванной тут есть такие стенки, я вам сейчас покажу. Вот они. Да! Хочу! Вау, какой икон! Нам тут икон. Да не такой же крылья, как у нас. Это Павел, а? И ладно, Минка, посмотри, какой у тебя красивый дом. Ну что, что я делаю такая? Сработаю свои деньги. И люблю страна. И с вами будем зарабатывать. Чтобы я погромче говорила, я понимаю, я стараюсь, но у меня не получается. А тогда мне потом есть денежка такое. Давайте сколько будет? Сейчас ускорим. Это 15 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Спасибо за внимание. Вот, вот. Теперь быстро будет. Всех поздравляю с летом. А, мы тоже в Вачинске. Конечно, сейчас очень жарко. Сейчас очень жарко. Люди в других странах. В Таиланде вообще жарко. Тоже в Таиланде смотрю на канал. Бежит, пожалуйста, как там. Очень интересно. Я хотела в Таиланде побывать. Thank you.
Хватит, все.